Кузбассе. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Из-за схода снега с крыш пострадали несколько человек. Например, в больницу Мысков с различными травмами доставили 68-летнюю женщину и 15-летнего подростка. По версии следствия, они были травмированы из-за схода снежной массы с крыши трехэтажного здания. Очевидцы вызвали скорую. Следователи провели в управляющей компании, которая обслуживает дом, обыски. Были изъяты учредительные, должностные, договорные и другие документы. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Возбудили уголовное дело и по факту схода снега с крыши в кафе в Шерегеше. В Междуреченске тоже опасно. Этими кадрами жители поделились в сети. Добавим, если снег слетел, к примеру, с балкона, ответственность на собственнике. Проверьте свои козырьки, и пусть в нашем городе не будет происшествий.